Библиотека имени Крупской знакома каждому. Ее просторные читальные залы радушно принимают гостей. И сегодня, когда библиотека отмечает особую юбилейную дату, мы приглашаем вас заглянуть в ее историю. 1 декабря 1926 года порог библиотеки переступили первые читатели. Ее фонд насчитывал около 20 тысяч экземпляров. И хотя сама библиотека еще размещалась в клубе имени Энгельса, эта дата в ее истории стала особенной. Сооружение нового здания Сталинской библиотеки было начато в 30-е годы прошлого века по проекту харьковского архитектора Эммануила Гамзе, и в 1932 году она получила статус областной. В знак благодарности за ходатайство о строительстве библиотеке было присвоено имя теоретика библиотечного дела, общественного и культурного деятеля Надежды Константиновны Крупской. Но завершению строения помешала Великая Отечественная война. После освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, не дожидаясь окончания войны, началась работа по сбору и восстановлению книжного фонда. Документы поднимались из затопленных подвалов, сушились и реставрировались. Издания возвращали и бывшие читатели. Из Государственного фонда СССР в то время было получено 12 тысяч книг. И, как свидетельствует история, в период оккупации был утрачен проект на строительство здания. Но реконструкция библиотеки все же успешно завершилась благодаря архитектору Николаю Пархунову. 4 декабря 1956 года состоялось открытие нового помещения библиотеки имени Крупской, известного каждому жителю города, став одной из его визитных карточек. В 1966 году главная библиотека Донбасса получила статус научной, что в корне изменило ее структуру, содержание фондов и приоритеты в обслуживании читателей. Шли годы, и спустя 17 лет, в 1983 году зданию библиотеки был присвоен статус памятника архитектуры местного значения. Научная библиотека имени Крупской всегда шагала в ногу со временем, внедряя передовые информационные технологии, итогом чего стала автоматизация библиотечных процессов. Это облегчило работу сотрудников и открыло перед читателями новые возможности. В 1995 году в библиотеке была создана локальная сеть, а через 6 лет были компьютеризированы все отделы обслуживания. Продолжался процесс автоматизации и в 2000-е годы. Читатели получили возможность использовать документы на электронных носителях, появилась услуга виртуальной справки. 8 апреля 2010 года в библиотеке состоялось торжественное открытие русского центра, ставшего 50-м на планете. Спустя 5 лет, в 2015 году, библиотека была реорганизована в Государственное учреждение культуры Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Надежды Крупской, которую возглавил Игорь Анатольевич Горбатов. Библиотека перешла в режим обслуживания пользователей без выходного дня, а функционирование официального сайта обеспечило круглосуточный доступ населения к электронным ресурсам. Читателям в том числе стали доступны информационные ресурсы Российской Федерации, Национальная электронная библиотека, научная электронная библиотека e-Library, массивы патентной документации. Спустя год, в 2016 году, постановлением Народного совета Донецкой Народной Республики был принят закон о библиотеках и библиотечном деле, в разработке которого активно участвовали специалисты учреждения. Сегодня библиотека имени Крупской – это важнейший центр общественной и культурной жизни республики, место встречи не только с книгой, но и с людьми. Здесь презентовали свои издания донецкие и российские писатели, общественные деятели, такие как Николай Стариков, Александр Проханов, Сергей Шаргунов, Наталья Поклонская, Владимир Корнилов и многие другие. Главная библиотека республики регулярно выступает организатором и участником интересных мероприятий и значимых проектов. В стенах учреждения ежегодно проходят фестивали, акции, презентации книг, творческие встречи и выставки. В год чтения библиотека инициировала республиканскую акцию-марафон «Читающий Донбасс», участие в которой приняли более 100 тысяч человек. Ключевыми событиями года стали юбилейные мероприятия, в числе которых открытие музея и гашение марки. В 2017 году особое внимание было сосредоточено на реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Стартовал социально значимый проект «Читайте на здоровье», а также ряд открытых конкурсов. Поэтический конкурс «Донецкий край в стихах воспеты»,
Литературный конкурс «В Донбассе мужеству забвенья нет». Фотоконкурс «Везде и всюду читать я буду». Фотоконкурс «С чего начинается Родина». Масштабно проходила акция «Дни Александра Ханжонкова в ДНР». Реализовывая программу интеграции, сотрудники библиотеки посетили 35 учреждений Российской Федерации, а в сентябре принимали у себя ведущих специалистов Брянской областной библиотеки имени Тютчева. В ходе семинара-практикума «Деятельность библиотек Брянской области в современных условиях» около 200 библиотечных работников разных систем и ведомств смогли ознакомиться с опытом работы библиотек Брянщины. Результатом стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между библиотеками Донецка, Брянска и Луганска. В год истории Донбасса значительное место в деятельности учреждения было отведено поисково-исследовательской работе о земляках-героях Советского Союза. В итоге было выявлено 75 фамилий уроженцев Донбасса, ценные сведения о юных участниках Великой Отечественной и Гражданской войны, был создан информационный буклет газетной строкой о войне. В 2018 году библиотекой было организовано и проведено 1638 разнообразных мероприятий, большая часть из которых посвящены 75-летию со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Неисчерпаемая пушкинская тема нашла отражение в открытом фестивале творческих работ «Мой Пушкин» и в неделе русской культуры. Никого не оставили равнодушными цикл мероприятий «Будем жить» Леонид Быков и 95-летний юбилей журнала «Донбасс». В 2018 году были подписаны соглашения с Российской национальной библиотекой о книгообмене, об участии в виртуальной справочной службе Корпорации универсальных научных библиотек Российской Федерации, с Рязанской областной библиотекой имени Горького о взаимодействии и сотрудничестве. В стенах библиотеки прошли встречи с российскими деятелями науки и культуры, писателем, политологом, историком Владимиром Корниловым, актером театра и кино Виталием Стужевым, продюсером московской киностудии «Гармония» Юрием Беленьким. В год русского языка библиотека ощутила импульс к всестороннему раскрытию книжного фонда, росту количества мероприятий и проектов по продвижению русской литературы. На площадках библиотеки прошли фестиваль национальных культур, фестиваль книги и чтения с участием творческой делегации из Рязани, культурно-просветительский цикл «Классика для всех», театрализованная акция «Урок литературы в библиотеке». С успехом были реализованы социально значимые проекты «Читающая республика», «Книга недели», «Удивительный Донбасс», «Удивительные люди», «Активное долголетие», «Дети республики» и многие другие. Главным событием 2019 года стала презентация книги «100 великих людей Донбасса» с участием главы республики и почетных гостей из Российской Федерации. С целью обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития библиотек в современных условиях на площадке библиотеки состоялась научно-практическая конференция «Библиотека. Новое качество обслуживания населения». В год Великой Победы библиотека имени Крупской успешно организовала свыше 100 мероприятий геройко-патриотической тематики, направленных на сохранение исторической памяти. Краеведческие чтения, конкурс семейных архивов, программа литературно-музыкальных композиций «Дорогами войны» совместно с Донецким музыкально-драматическим театром имени Бравуна – это лишь малая часть из того, что удалось реализовать, раскрывая тему Великой Победы. В этот год стартовало и немало интересных проектов, таких как турнир по спортивной версии интеллектуальной игры «Что, где, когда», дебатный клуб, лаборатория продвижения, 100 фактов о культуре Донбасса, шаги в профессию. В 2020 году в работе активно использовались популярные форматы мероприятий, отвечающие современному ритму жизни – флешмобы, квесты, челленджи, квизбуки. Тенденция развития современного библиотечного обслуживания отразилась и на выставочной деятельности библиотеки. При разработке дизайна выставочных проектов стали активно использоваться вспомогательные материалы, позволяющие сделать экспозиции яркими и наглядными. 2021 год проходит под эгидой русской культуры, что сориентировало деятельность библиотеки как в научном, так и в социокультурном направлении. Успешно реализованы значимые проекты юбилейного года – «Купринские чтения», «Космос на одном развороте», «Открой своего Достоевского», цикл мероприятий к 130-летию со дня рождения композитора, пианиста, дирижера, уроженца Донбасса Сергея Прокофьева.
Сегодня уникальный фонд библиотеки составляет более 1,5 миллиона экземпляров, из них свыше 1 миллиона книг, более 500 тысяч периодических изданий, свыше 7 тысяч аудиовизуальных материалов, 5 тысяч электронных изданий, 10 тысяч редчайших документов. Это уникальное по содержанию и самое масштабное в Донецкой Народной Республике собрание документов по всем отраслям знаний на русском, а также более чем на 40 иностранных языках. Старейшая книга фонда «Каноник Василия Бурцева», изданный в 1641 году. В библиотеке работает более 20 многопрофильных отделов, где каждый желающий может получить информационные услуги по всем отраслям знаний, включая доступ к абонементу и читальным залам, каталогам и картотекам, справочно-библиографическому аппарату, обучение компьютерной грамотности, проведение государственной экспертизы печатных изданий, доступ к интернету, участие в творческих конкурсах, посещение разнообразных мероприятий. К своему 95-летию библиотека подошла не только сохранив прежние традиции, а и став модернизированным, технически оснащенным, информационным и культурно-просветительским центром.